есть смысл. Идеальный, в том идеале, который идеальный, в нем нет места печали. Поэтому там нет войн и смертей. Поэтому просто, если в твоей жизни есть смерть, значит, с тобой, дорогой мой, стоит пробовать тебе снова. Да ведь, если в твоей реальности кто-то умирает, это вопрос прежде всего к тебе. Что это в твоей реальности кто-то умирает? Ты где не доглядел? Ты еще и орешь? Ты еж, который орешь на сам на себя. Где насрешь, там поймешь. Ты понимаешь, что вся гадость в твоей жизни – это ты сам. И все претензии, которые ты предъявляешь, это ты предъявляешь к зеркалу, прыгая как обезьяна. Обезьяны килограмм прыгающие к хуям куда-то, выпрыгивающие самые из себя. Перестань себя истязать. Малыш, ты же спишь, перестань, просто оглянись, раскройся, вспомни себя, Господи, хватит убивать людей таким ужасным способом, и бледей, выведи из себя бледей, их станет в твоей жизни поменьше, а лучше вообще, чтобы их не было, но для этого надо признать себе во всем. И в том, и в другом, где ты себя еще не признал. Если ты даже где-то увидел вдали пидораса, бойся это, блядь, в тебе такая зараза. Вот такая. Дарая, пол сырая осталась. Только понять, что ты все делаешь сам. И опять забывать, вспоминать. И играть, по-новому играть. Камень в руке, но не кулаки. Классная же тема, камень в руке, но не кулаки. Сильная рука, но нет кулака. Это же не надо дурака включать, не надо дурака, чтобы быть сильная рука. Зачем тебе дурака? Слушай, хорошие все песни, да? Вообще.